добраться на Митридат мне не удалось. Поздно слишком выехали, а для машин проезд закрыт, а пешком за такое короткое время это уже мне проблематично. Возраст не тот. Поэтому будем пытаться снимать отсюда. В принципе, ракурс неплохой. Надеюсь, мы все увидим. Самолеты и вертолеты будут идти над Митридатом. Вот, кстати, и он. Вот и блеск новый, отремонтированный, беленький. Вот. И где-то здесь они лично гонят. И где-то здесь они должны будут пройти. Постараемся снять по возможности. Вот еще раз отдельно обелиск и вечный огонь. Вот вроде повыгоднее точку выбрал для съемок, чуть-чуть повыше. Надеюсь все-таки поймать. Хотя не просто, особенно реактивные очень быстро не летят. Вот слышу звуки вертолетов. Сейчас должны где-то вот показаться откуда-то. Ну, ждем. Вон они идут, но это очень далеко, они очень мелкие, даже простым глазом. Камера вообще не ловит. Но сейчас подойдут ближе, уже идет пара. Вот он первый. Идет. Боюсь приближать, потому что будет скакать сейчас изображение. Я без штатива. А вон вдалеке вторая пара за ним идет. А мы сейчас переключим на него. Вот он. Красавец. Что-то не могу поймать. Эти два. Вот амфибия идет, пока я не вижу в объектив. Хотя должна уже появиться. Вот он, красавец. Неуловимый Джо, даже не знаю, будет что-то, не будет. Так, очередная пара, не знаю, видно, не видно. Сейчас должны подойти тоже сушки, по-моему. Вот они. Еще пара. Надеюсь поймать. Вот они. Вот они, красавцы. Вот они. Ну и вот последняя пара идет. Эти, по-моему, самые скоростные. Пока не вижу их сам, но... Вот они. А вот это, Женька, Тригапунт. Наша с тобой общепрофессиональная точка. Это название потом тебе пришло.
Вот спускался, после съемок обнаружил, что здесь могила. И надпись следующая. Здесь покоится прах советских воинов, погибших 8 ноября 1941 года. Лейтенант Изотов, Иванов и 43 неизвестных воина. В этом углу даже не бывал никогда. Смотрим, что получилось из этой съемки. На этом все.